какой-нибудь круассан, что-нибудь, блин, надо что-то перекусить. Пенис слона составляет 15 сантиметров. Добрый вечер. С вами Николай Дроздов. Кексик? Да, я. Кексик, я тоже. Нет. Подожди, там же сон. А что тут так скоро? Нет, давайте где-нибудь. Ладно. Так вот это что, вчера приготовили? Да. Так, я пошел курить. Ты там где? А, пошел. Да, ты опять уже все у тебя, я всегда с тобой. Видеокамеру. Пошлите. Очень красивая стена. А, хорошо. А тебе вопрос есть? Всем привет. Мы сегодня во Франции, в Нисе. На тендерном боуте добрались до порта. Basically. Сейчас направляемся к поезду, который нас приведет к Монако. Сегодня я увижу Монако. Я во Франции. Мне вообще не верится. Good morning, everyone. Today we are in the beautiful city Nice of France. Here we go, somewhere there, the vision of the seas. I'm traveling cruising as a crew, and today we are heading to Monaco. So today it's tendering, and with the tender we come to the port, and now we're heading to Monaco. We're gonna get the train, it's gonna take around maybe 40 minutes to get there, and yeah, today I'm gonna see Monaco. It's amazing, beautiful France. Забота. Даночка пошла купила шоколадочку. Шоколадку будешь? Ваня, как всегда, бухтит. Ты покури. Вань. Нет? Ты покури. Ты покури, легче. А я еще поздно. Как у нее хорошо попасть? Поздний? Какой же срок родился? Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Monaco, Monaco. Going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perceptions come back. Думаешь, здесь нормально будет нам сказать?
Или близко. Мы, наверное, с собой закроем. Да, закроем все. Monaco's flag. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
Şunu bir dakika süre. Все счастливы. Да. Помажно. Truth be told, I don't have any idea where we are going. It's beautiful. Sí. Pero que este es el problema, ¿eh?
Куда идем мы с Питочком? Большой-большой секрет. Мы в Монако. Куда идем, непонятно. Buena Monaco. Just exploring the country. Yeah. I just get the present. And we are going to somewhere. Get some. Снимаем. Ставь. Да, и привел мотор. Где вы? We lost. Нет, там кафешки всякие. Какая-то цель это? Пока. Помолиться или... Где церковь? Нет, мне просто в церквях внутри нравится. Там какой-то чувак лежит деревянный. Это как Ваня моется. Купание птенчика такого. Так что, мы сядем или так будем? Пока не выпьем пол кружки, а губки птенчики. Ай! Это носом стоит. О, а я тоже могу? Ай, просто надо еще больше загнуть. Своим лошадиным силам. Вообще я могу скачать флаги. Список книг. Дорогой дневник. Сегодня я не видел того-то, того-то. Список. Всех потерянных людей. Да. Понял. Короче, просто я хожу по улицам, быстро смотрю из-под музычку и там максимально долгие пути обойти, что 2-3 просто пешком. Для меня так, без остановок. Просто пошел, так, впитываешь, дух, улочка, и так начинается. Прикольно, в следующий раз приедешь сам. Ну, я поеду.
Йоу. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, ставьте лайки. Лошадки. Тебе надо свой смайлик придумать, лошадки. Такой весь лошадки. Или кикумыш, молочко такой стаканчик. И будет огонь. И подписывайтесь, и следите за дальнейшими путешествиями. Путешествия не менее. Вот такая компания, вот так. Вот так. Дана очень тихо рассказывает, правда, да? Обо всем. Ну, мы тебе сделаем контент, смотри. Смотрите, ребятки. Короче, что я понял по Франции? По Франции лучше находить кафешки. Сети плохо. Нет, сети плохо. Кафешки вон люди там пиццу пьют. Вкусно. И едят вино. Просто шикарно. Пиццу пьют и едят вино. Всякие сэндвичи. Франция это багеты, там классно. Далее тоже пиццу можно. Испания хамон. Мне не понравилось. Вы помнишь, мы ходили в Картагене? 10 евро. Да. А ты сыр ту тарелку дурацкую взял. А я в Миконос. Он дурацкую тарелку сырную. Я же не знаю, я думал, сырная тарелка. Там ну да, там один вид сыра просто да. Пожаренный. Сантарини. Сюда, брат, расскажи. Сантарини, кафешка просто шикарная. Там видно всю красоту. 9,90. Сэндвич салмон, салатик, картошечка, соус. 9,90. Да. Мы с Эльдаром ходили. Я тебе фотку покажу, по местам нашим. Мы с Эльдаром ходили. Вкусно, красиво. Может, Эльдар, может... Он зашел такой. Так, Валь, тебе все это на английском. Okay, guys, whatever you do, do it safely. I love safety, safety first. И хай сэйба. I hope you don't say. A friendly person. Loyal to be royal. Шляпка, скажите мне. Шляпка. Добрый вечер. Я из Украины. Из Украины, я из Украины. I'm from... Доброго вечера, я из Украины. Okay, good evening, I'm from Ukraine. А тем, кто ответит на вопрос, срет ли папа римским лесу, бонус. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это пасхалка, ребят, пасхалочка. Я вам сейчас покажу пасхалку. Нашел? Да, просто... Я тоже была в кафешке с видом на море в Сантанири. Сантанири, просто была в Сантанири. Это Франция. Не, подожди, а ты ездил в Ию? Или еще не ездил в Ию? И не поеду. О, вот я хочу. Сердючка, блядь, металл, сердючка. А, у тебя хороший замес такой был, я так скажу. Не, я просто... Я даже не знаю, как это назвать, меломан или просто долбоёб. Шел эту песню. Као-к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 ао
поколение, это предыдущее. То есть если сестре к тому времени было лет 40, то, ну, логично, да, предположить, что она прав... ее слушала. Thank you.
Я там на этом дороге получил. Раньше этим путем шли. You can win this game, bro. Беру коньяк, погас огонь. Пойду пацанам присяду, блядь, четко сидят. Присядь. Нормально, как пацаны сядьте, да, блядь? Нет, он зашел. Мы все здесь. Hi. Hi. Who are you? I'm Fabi. Nice to meet you. Hi. Hi. How are you? You're good? Where you are? I work in the Royal Caribbean Casino. What about you? I think I'm working in the same ship. Oh, you work in the same ship? Yeah. That was a pleasure to meet you then. Nice pleasure all mine. Oh, it was so sweet. Thank you. Thank you.